Хотите войны? Окей. Я будущее этой планеты. Я необходимая шоковая терапия. Я новая ступень эволюции человечества. Неуязвимый сверхчеловек. Ты еще кто? Злодей. Миссия провалена. Нам нужна помощь. Наша цель – парень по имени Брикстон. Он призрак. Так что нам понадобятся лучшие из лучших. Люк Хоббс. Я твои выбитые зубы и переломанные ноги. Элитный спецагент. Результативность на уровне 100%. И пижон, который плевать хотел на правила. Декард Шоу. Я как шампанское, бью прямо в голову. Бывший британский агент. Ныне вне закона. Единственный шанс поймать Брикстона – заставить вас работать вместе. Ни хрена. Только не с этим. Предполагалось, что мы останемся незамеченными. Что за прикид? Я собираюсь спасти мир и, между прочим, в четвертый раз. Могу сделать это хоть в бикини. Вы не представляете, на что он способен. Хоббс и Шоу. Хотите войны? Получите. Узнали меня? На счет три. Давай. Раз, два, три. Выбери дверь. Выбрал. Нет, это моя. Бери другую. Ты издеваешься, что ли? Хотя знаешь, ты был прав. Это твоя дверь. Что? Малыш испугался страшных дядек? Люк Хоббс и Декард Шоу, за вами должок. Сестренка Шоу похитила у меня кое-что. Вирус, способный уничтожить половину человечества. Верните его. Ничего не хочешь мне рассказать? Она моя сестра, дела семейные. Когда под угрозой судьба целого мира, дело становится моим. Ситуация выходит из-под контроля. Присмотри за сестрой. Мам, я разберусь. Чтобы справиться с задачей, придется работать в команде. Согласен. Пристегнись, толстячок. На счет три. Раз! Два! Видела его рожу? Как же давно я об этом мечтал. Диджей уже крутит пластинки. Пора и нам выходить на танцпол. Итак, на вас охотится целая армия наемников во главе с генетически прокачанным суперсолдатом. Да я просто черный супермен. Вы чокнутые. Черт, да он реально черный супермен.
Нам нужно залечь на дно. Где? Дома. Мой малыш вернулся. Не хочу тебя расстраивать, мама, но я забираю братьев. Семья выходит на тропу войны. Нам нужны и тачки, и оружие. Мам, а где наши пушки-то? Я их выбросила. Разумный ход, миссис Хоббс. Мы в полной заднице. Мягко сказано. Вспомним традиции предков. Впечатляет. А что, так можно было? Едем вместе. Только не ты. Я сказал, едем вместе. Пристегнитесь. Справа. Вон, это серьезно? Ага. Наши шансы... 60 на 40. Педаль пол. Хотите войны? Окей. Их всего двое, а у нас только техники на два ляма. Если мы не возьмемся за эту работу, погибнут миллиарды людей. Твоя сестра самая крутая, профессиональная и безбашенная девчонка из всех, что я встречал. Люблю таких. Слышь, притормози. Я совсем тупой, по-твоему? По-моему, да. Нам нужны тачки и оружие. Вы обратились по адресу, мальчики. Прости, что навлек беду, мама. Люк, это твой дом. Устроим им теплый саманский прием! Я черный супермен! Тогда я твой криптонит! Семья никогда не сдается. Это уже перебор! Накатимся с ветерком! Добро пожаловать на Самуау, ублюдок! Allow me to reintroduce myself. My name is Форсаж, Хоббс и Шоу. Кино с 1 августа. Я хочу остановить пленку. Это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку. А он смеется в объектив.